Уважаемые друзья, для того, чтобы продолжить эту борьбу, юридическую и любую другую, я еще раз хочу сказать следующее. Я нуждаюсь в вашей финансовой поддержке. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто уже оказал финансовую поддержку. Я знаю, что проводка через Каспий банк, как многие из вас это делают, заблокирована менеджментом. Я озвучил 8 способов платежа. Если у вас через Каспий банк не проходит, пишите мне в личку, в Инстаграм, в Телеграм и сообщайте о том, что вы проводку не смогли денежную провести. Это мне позволит сейчас накопить огромное количество фактов и организовать иски против тех собственников, а там сидят собственники от Нурсултана Назарбаева, и преследовать их в зарубежных судах. Поэтому я прошу от вас поддержки, уважаемые друзья. Вот, собственно, планы следующие. Я сейчас собрал 37 тысяч долларов, мне нужно 500 000. Максимально мне нужно собрать до 8 февраля, потому что 8 февраля я подаю обращение, свою защиту, высший суд административной Франции. И после этого суд будет назначен, предположительно, в апреле, в мае. И за это время мне нужно успеть собрать необходимые ресурсы для оплаты работы адвокатов. И в этой связи я обращаюсь к вам за поддержкой. Наша задача в этом году, желательно в первом полугодии, добиться смены этого режима. Наказать их, построить крутую страну. Мы это сможем сделать. И потому как я вижу массовую поддержку, вижу активизацию, вижу, как десятки, сотни ячеек каждый день к нам обращаются и намереваются зарегистрировать свою такую ячейку боевую, я уверен, что мы в этом году снесем этот режим. Давайте действовать. Алга, Казахстан.